Специалисты высокого класса в области ультразвуковой диагностики приехали к ульяновским врачам с двухнедельным курсом мастер-классов. Медицинские специалисты слушают лекции на базе перинатального центра «Мама». Этот цикл будет охватывать все методы ультразвуковой диагностики, которые используются в педиатрии. Но основное направление цикла вместе с мастер-классами – это исследование детей малого возраста и новорожденных детей. Дело в том, что в перинатальный центр поступило очень хорошее оборудование ультразвуковое, которое до этого не было в детской практике у нас. Подобные лекции для повышения квалификации региональных специалистов на практике позволят оперативно лечить маленьких пациентов и снизить уровень младенческой смертности. По главе федеральной команды, заведующий кафедрой лучевой диагностики Российской академии непрерывного профессионального образования Михаил Быков, врач с большой буквы, проработал в Ульяновске 2 дня. Здесь очень высокий уровень диагностики, вообще-то, между нами говоря, в Ульяновской области. Редко какая область может похвастаться таким уровнем специалистов. Поэтому как-то вот, если уже они приготовили этих пациентов, то мы уже спокойно знаем, что они уже посмотрены, уже определена дальнейшая тактика, куда обращаться, кто должен дальше вести этих ребят, какие-то, может быть, операции нужно делать и так далее. Теоретические знания тут же демонстрируют на практике. Профессор из Москвы обследует детей с редкими заболеваниями. Например, у одной из юных пациенток необычное кистозное образование в области шеи. В перинатальном центре очень много докторов, которые владеют взрослыми УЗИ. Но нам нужно знать обязательно еще с наших детей головы, сердца, брюшные полости. И этот мастер-класс, он уникален тем, что собрали очень редкие случаи. Месяц назад ульяновским медикам разбираться с тяжелыми уникальными случаями помогали ведущие специалисты в области челюстно-лицевой хирургии. Врачи прилетали в Ульяновск из Канады уже в 6-й раз. Рената Леулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.